Администрация Нижнего Новгорода намерена оказать поддержку в развитии народно-художественных промыслов. Об этом на заседании попечительского совета фонда НХП сообщил глава администрации города Олег Кондрашов. По его мнению, хохлома может служить стимулом для развития экономики, привлекая туристов. Кроме того, в администрации города намерена создать проект, посвященный художественным промыслам. Рабочее название – «Город мастеров». Планируется, что он будет расположен в Музее народов и быта Поволжья на Щелковском хуторе. Это некое музейное пространство, которое будет включать все промыслы Нижегородской области, будет включать зоны для проведения мастер-классов, для различных мероприятий, будет включать точку питания с исконно русской кухней. В рамках заседания администрация города заключила соглашение о сотрудничестве с Фондом развития народно-художественных промыслов. Для продвижения изделий мастеров мэрии рекомендовали создать специальный подарочный фонд. Олег Кондрашов, в свою очередь, отметил, что хохлома – это наше все. Нижегородская земля богата художественными промыслами, больше, чем в Нижегородской области, нет других нигде вот такого количества сохраненных художественных промыслов. Это наши полезные ископаемые. И действительно, хохлома можно сравнить ее с нефтью. Не надо относиться к нефти, к хохломе как к нефти. Это золотая нефть – это особенное богатство. Следующее заседание было решено провести в университете имени Лобачевского с привлечением студентов для продвижения изделий народно-художественных промыслов не только на Нижегородском рынке, но и за его пределами. Алексей Рожин, Ярослав Бунин, Илья Федулов, Горький ТВ.